Если скажешь, кто тебе его дал, я не буду тебя бить. Говори немедленно. Ты скажешь или нет? Ты безродная. Безродная тварь. Ну-ка, говори. Говори немедленно. Вот что бывает с такими, как ты. Кто-то стучится. Быстро открой двери. Иди, открывай двери. Будь ты проклята, безродная. Здравствуйте. Я ищу Жанет. Зачем? Зачем она вам? Кто там? Я спрашиваю, кто это? А может, это твой ухажер? Я убью тебя! Убью тебя! Мама, не бейте меня! Ты что, уже днем водишь сюда мужиков? Мама, я правда не знаю. Подождите, подождите, я не ее парень. Я пришел из детского дома. Убирайся! Убирайся вон! Я пришла к Жанет. Она дома? Могли бы пригласить ее? Жанет, нет. А когда она будет? Ты ошиблась. Здесь не проживает никакая Жанет. Это же дом госпожи Юксель и господина Изета? Нет, это мой дом. Я не знаю, о ком вы говорите. Подождите, прошу вас. Помогите нам. Вы не знаете этих людей. Я же сказала, что не знаю. Не беспокойте меня, пожалуйста. Похоже, что они отсюда переехали. Я так хотела увидеть свою дочь. Это моя ошибка. Мне не надо было привозить вас сюда, не узнав, в чем дело. Но я скоро найду вашу дочь. Я найду ее адрес. Я последний раз тебя спрашиваю, кто купил тебе это платье? Его купил тебе парень, который сейчас приходил сюда? Он купил тебе его? Нет, мама, нет, я не знаю его. Я купила его в магазине. Только не могу вспомнить, в каком. Правда? Тогда я напомню тебе, где ты его взяла.
Смотри, ты купила его в этом магазине. Я сейчас пойду в тот магазин и проверю. Ты поняла? Я узнаю, кто его купил тебе. Я узнаю, что ты там вытворяешь за моей спиной. А потом ты у меня получишь. Мама, мама, не ходи туда. Почему? Мама, не ходи туда, пожалуйста. Сиди дома. Боишься, что я докопаюсь до истины? Я всего лишь на час ушла из дома. А ты что сделала? Я тебе еще устрою за это. Приготовь ужин к моему приходу, ты поняла? А я пойду и узнаю о твоих делишках. До сих пор еще здесь? Тебя зовут Джанет? Да, но что тебе от меня нужно? Убирайся отсюда. Я тебя не знаю. Если тебя увидят мои родители, они убьют меня. Эта женщина твоя мать, это она избила тебя. Какое твое дело? Что тебе нужно? А? Стоит открыть мне дверь, и ты тут как тут. Стой, подожди, не закрывай, Джанет, подожди. Джанет. Послушай, если бы это не было так важно, я бы не приходил сюда. Тебе больше не надо бояться людей, которых ты называешь родителями. Если захочешь, ты больше не увидишь их никогда. Я отведу тебя к твоей родной маме. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.